Водитель ВАЗ-21-102 сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло накануне в поселке Черноисточинск. У пострадавшей перелом голени. Вдруг откуда не возле женщина появилась. А скорость-то какая была? Маленькая. Сколько? Ну, километров 5, 6, 10. Ползла еле-еле. На месте происшествия сотрудниками производил осмотр транспортного средства. Произведены замеры тормозного пути. Также водитель освидетельствовал, водитель отрезал. Устанавливается причина обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.